Так, сейчас. Дела такие. Я... У меня такая была поднагруженная неделя. И я не нашла пакет, хотя это, казалось бы, так смешно. Потому что этих пакетов, мне кажется, уйма всяких разных. Спасибо, Окси, привет. Сейчас. Сейчас, подождите, мне нужно некоторые сделать. Какая-то музяка там играет, я уже даже забыла, что там. Надо немножко еще потренировать. Может, не перепрыгивать будем там сейчас где-то? Надеюсь. Так. Сейчас я посмотрю. Так, вставай. Сейчас посмотрю. Ну, я примерно помню. А, все, я вспомнила. Лифт. Лифт, лифт. Лифт. И тут нужно было что-то сделать. Где-то нужно было спрыгнуть и что-то там с помощью девочки куда-то там... А, здесь я не могу. Ага, то есть у нас и замок закрыт получается, да? Хотя я его открыла в прошлый раз. Давай. Все заново. Да идиот. А, смотри, просто морковка. Значит, брокколи. Ну, делаю зажарку. Я не знаю, зажарку можно есть. Короче, зажарка. Из лука и морковки. Да идиот тупой. Зажарка из... Нет, там сливки не нужны. Это простой овощной суп. Смотри, просто зажарка. Лук, морковь. Я морковь прям такими кольцами режу. Сейчас, сейчас я не могу это... Да я не могу! Короче, сейчас договорю. И, значит, на курином бульоне, на обычном просто туда, значит, картошку кидаешь. Ну, как обычно ты суп делаешь. Только... Из брокколи. Брокколи туда кидаешь, и все. И зажарку. И такой суп. Так, все, я просто забыла, как что управлять. Я не понимаю, что с ним не так, почему он не перепрыгивает, тупица. Сливки туда точно не нужны, это просто обычные на бульоне, на курином. Без мяса, так а что тебе курицу же можно есть? Курица-то она же безобидная. Ну просто курицу, бульон сделай и вытащи ее оттуда, и все. И все. И будут там одни овощи плавать.
Просто чтобы там хоть немножко было, а то вода будет совсем. Это брокколи, она еще такой вкусный, такой дает прям привкус офигенный. Вкусненький. Ой, чин. Так, здесь что-то надо, по-моему, мне в прошлый раз писали, надо спуститься как-то вниз, где-то там спрыгнуть и с помощью нее что-то там открыть. Но я ни черта не поняла. Вот тут мы что-то непонятное делаем. А что непонятно? Но это же вызвать лифт, нет разве? Здесь, по-моему, я открывала, ничего не открывается. Тут он ничего не делает. Кружку взял. Тут никуда не идет. Но тут ничего нет. Он только сюда может запрыгнуть. И все. Нельзя жирная. Курица не жирная. Курица это вообще для как это? Ее могут есть все. Почитай просто про нее. Про курицу и индейку. Индейка это еще лучше. Так, тут он тоже ничего не делает. Короче, надо как-то куда-то спуститься. Я так поняла. А я же вот здесь могу. А почему он наверх не хочет? Странный. Да, куру можно и индейку. Так, если она здесь останется. Сейчас проверю, куда мне надо прыгать. А здесь ее, собственно, это... Может быть, вот туда надо было обратно? Так. Что-то там с помощью нее. Сейчас я попробую обратно. А как я вернусь? Здесь же только выход на одну сторону, куда прыгать. То есть вот сюда. И все. И больше нет ничего. А вот здесь что? Вот тут я что-то не врубейшен немножко. Что-то мы там с ней... А, ну вот, он опять поднялся. То есть, типа, когда... Ну, это вызов лифта, я так понимаю. Не совсем мне понятно, куда, что тут нужно делать. В окно он не хочет лезть. Там закрыто. Коробка какая-то. Ящик. Вот куда здесь дальше идти, непонятно. Ща.
Чё делаешь там, чем занимаешься? Я, короче, сидела, писала, написала там. Не могу пока тебе говорить, то что ты не прочитала. Ну, в общем, там сейчас идет история от лица отца. Лежу, отдыхаю, стримчик смотрю, бабушка приезжала, занималась с сыном русский язык. Чё, у него есть успехи? Я ненавижу долго сидеть думать. Ща. Я не это хотела сделать. Он прыгает то нормально, то как придурок. То нормально прыгает, реально, то как дурачок. И там рыскало. Вот ни за что не догадаешься, что тут нужно делать. Она такая смешная. Такой гигантский ключ куда-то там запихивает себе. Так, а теперь нам надо спуститься вниз. И так сделать. Так. Как там позвать?
О, сохранилось. Ну вызывай! Чего она не вызывает? Приветик! А чё она не вызывает-то лифт-то? Чё ты стоишь-то, блин, тупица? Сказала же тебе, лифт вызови. Блядь, дебил. Я не могу на него. Я ее все прошел, классная игра. Я не могу на него, он как идиот. Он то прыгает нормально, то какой-то как амеба непонятная. Да. Главное терпение, да, это точно. О, у меня есть подстец. Ты же подписку... Да, подписку сделала я. Я только не понимаю, как я ее... Почему она не вызывает лифт, когда вот ей она слышит, что я ей кричу? Так, сейчас, подожди. Ну, спуститься я должна... Выходи! Чё она не выходит? А чё она не выходит-то? А что рычаг слева на стене делает? Не, ну, это, я так понимаю, вызов... А чё она не идёт? Вызывать лифт, наверное. Ну, она, типа, может его вызвать. Почему она не двигается? Она должна выйти из лифта. Почему она не выходит? Я не могу с ней уехать. Мне нужно, чтобы она здесь стояла. Что тут надо сделать? Я запуталась. Мне нужно запрыгнуть на крышу лифта. Короче, мне надо спуститься вниз. За руку возьми. Она не берется за руку. Как я ее за руку возьму?
В общем, мне нужно на крышу лифта запрыгнуть как-то. Мне не надо, чтобы она здесь была. Дура. Она заспанилась, по-моему. Да, что-то с ней не то. Так, окей, сейчас еще раз тогда прокатимся. Ой, кто пришел? Кто пришел? Позвать. А, кстати, да, давай сейчас попробуем позвать. Ой, кто пришел? Кто пришел? Кузьми. Где она? Кот, из-за тебя! Из-за тебя желтую потеряла! Желтую потеряла из-за тебя! Упала куда-то! Где она? У меня очень странная игра! Да что ты тут, мурмурзик? Мурмурзик мой! Мурмурзик! Это моя Мурка. Это моя Мурка. Мурмио. Испарилась. Капец какой-то. И что же я делать-то буду? Ладно. Сделаем вид, что она здесь, да? Так, значит, мне нужно спуститься вниз. И прыгнуть. Я не понимаю его вообще, что с ним не так. У меня реально как что-то с игрой, прям конкретно что-то с игрой происходит. Он не прыгает. Он не прыгает, и дурь какая-то происходит вообще с персами. Прям конкретная дурь. Ты нажимаешь кнопки, а он не прыгает. Вот же прыгает, все нормально, а там не прыгает. Морзилка. Мурзянка. Опять из-за тебя пропустил. Ладно, короче, играем. Наверное, спустить лифт вниз, забраться наверх, активировать рычаг на стене. Да, надо. Короче, мне надо, чтобы она была... чтобы я сейчас дурь какую-то делаю. Надо сейчас сосредоточиться. Мне вот сюда. Она, да, мне надо сказать ей, чтобы она нажала рычаг поднятия лифта в тот момент, когда я буду на средней комнате. Чтобы я смогла запрыгнуть оттуда на крышу лифта. И я так понимаю, что я поднимусь в какую-то комнату. Другую. Но для этого ее нужно открыть. Иначе она не сможет лифт вызвать. Пожалуйста, не пропадай, ладно? Больше. Открывай! Нет, не сразу реагирует. Давай, выходи оттуда. Вот, молодец, стой здесь. Сейчас я... Нет, не ходи за мной! Не ходи за мной! Так, я сейчас, короче, спущусь. Господи, думала, сейчас он опять, придурок, упадет вниз. Так, я сейчас вот сюда. Я не понимаю, в чем проблема, чтобы я просто прыгнула на крышу. Зачем вот эти телодвижения все непонятные? И я не знаю, правда, что я сейчас делаю. Мне надо как-то, короче, ей сказать. Наверное. А что, если я просто сделаю... Иди сюда! Что, если я просто сделаю не так, как там... Надо, а вот так. Да отойди, дура! Вот. Чего, блин? Я это и сама могла сделать. Зачем тогда просто... Чего? Так, вот там коробку вижу. Так, а здесь какой-то выход. Что здесь за место?
О! А что вот это, кто знает, что вот это за человечков я ловлю? И что здесь? Туалетная бумага какая-то. Картинки. Ничего? Он упадет? Нет. Так и чего тут? Ничего нету. Короче, это место просто поймать воспоминания, или я не знаю, что значит этот человечек. Улочка. А, крыша. Ой, приглючивает. А что вот там? А, туда не залезть. Только не упади. Она вообще прекрасно прыгает. У нее все в порядке с этим. Ой. А наверх смогу спраться? Да, смогу. А что внизу тогда, подожди? Дверь не открывается, наверное. Да, логично. Иногда у меня, короче, я заметила, подвисает игра. Уже был такой момент. Она как-то очень странно себя ведет. Сейчас будем падать, наверное. Дай-ка я залезу. Давай. И что теперь? А! Серьезно? Ну давай. Где надо, там прыгать, где не надо, не прыгает. А, слушай, я проходила Outlast. Я в него играла. В Ютубе у меня есть плейлист с Outlast. Сколько их там? Две части, да, по-моему? Вот две части проходила. Интересная, кстати, игра. Я даже знаю, что сделала. Сейчас покажу, смотри. Короче, я сделала вот такую. Ой, кто-то получит. Я сделала комнату, короче, сейчас, подожди. А, тут села батарейка. Ну, короче, здесь зажигается свет, вот здесь вот, зеленый, села батарейка в этом. И здесь кровать отвалилась. Но я очень давно делала, уже все сломалось. Вот такая комната. Типа для... типа из Outlast. Здесь написаны все на стенах, типа там написаны вон все надписи, которые там были. Ну, кровать отвалилась, ее надо приклеить обратно. Мощнейшая, прикольно. У меня такой магазин японский с товарами, фруктами, т.д. Стол, дорожка, камни. Прикольно. Это этот, как он называется-то? Ты собирал, да, покупал этот набор? Я эту комнату сама сделала. А второй тоже, кстати, интересный. Больницы, как там? Больница Маутенси. Маутенси, как-то я забыла, называется.
Я такая любитель всяких поделочек, и сделала, у меня даже там свет загорался, просто уже стоит больше года, и уже кранты, походу. Там загорается такой зеленый свет, как в игре, прям там же такой был зеленый свет у них. И вот, и там дверь у меня сделана, и в двери даже лицо вот этого вот одного из... Не заключенные там были же, по-моему, а эти психи, одного из психов. Да, она прикольная была. Просто уже все, хана ей, наверное. Долго лежит и лежала неправильно, согнулась пополам. Да, мне тоже очень нравится. Вот у тебя та, которую ты, наверное, купил, да, набор такой собираешь. Как они называются вот эти? Ой, я много чего проходила. Очень много игры я прошла. Всякие комнатки есть там в миниатюре. Блин, а я это вообще тащусь от этого всего. Так, что тут надо делать? Да, проходила Ведьмак, мой любимый. Ведьмак, РДР. Что происходит, собственно говоря? РДР, Ведьмак, Цусима, Ассасины. Блин, а что здесь делать надо? Я не совсем понимаю. А что здесь надо делать? Кто? Возможно, выломать дверь. Точно. А, вон весь мозит рушится. Может, мы побежим уже? Может, ты будешь бежать быстрее? И не падать? А что случилось вообще? Или под доску? А, мы выжили? Ее задавило. Жива еще. Ой, я научилась ее за руки брать. Вставай ты! Блин, диван сейчас упадет. Пойдем. Ни одного пакета на голову не нашла. Прям как в жизни. Давай. Я, кстати, утром шла на работу, и там чувак шел на помойку и нес пакет подходящий. Я Окси как раз записывала голосовой, так я говорю, блин, мужик несет пакет подходящий на голову. Я, короче, хотела этот стрим сделать, вот этот косплей. Ладно, давай я пойду точно стрим. Спасибо тебе, что заходил. Короче, сделать этот стрим с косплеем с пакетом на голове, это был бы такой угар. Но я не нашла этот гребаный пакет. Я, походу, фонарь потеряла. Ага, нет фонаря. Так, здесь нарисован какой-то мужик. В шляпе какие-то черные непонятные точки, глазки и что-то еще. Что это? Паровозик. Просто комната. Подожди, а под кроватью что?
Так, мы можем спрятаться под кровать, значит, нам нужно будет от кого-то прятаться, походу. Пошли посмотрим, что там. Что случилось? А, опять. Опять ты. Вот это я тоже не понимаю, что я делаю такое. Может, потому что я не играла в первую часть? Ой, я добежала до двери. И чё? Она не открылась. Это чё за слендер? Кто это? Мужик какой-то. Вставай, она тебе говорит, пойдем. Давай быстрее, не тормози. О, он сюда лезет. Слендер. Она удрала уже. Должна пробежать. Нет, зря туда. Я под кроватью буду сидеть. Надо было сразу под кровать прятаться, дурында. Я вылезу к нему. Он ее упер! Поставила бульон готовиться. Он украл ее! Какого черта она? Подожди, это ее воспоминания я ловлю? Не поняла. Где она? Так. Приветик на телефоне, пишет ошибка. Женька, приветик. Пишет ошибка чего? Стрима? Никак не выбраться. Я так понимаю, что я теперь скитаюсь по каким-то там непонятным воспоминаниям, или что я делаю?
кот пошел. Ты куда тут? Намылился. За мухой охотится. Так, подожди. Нет, вернись назад. Ничего не понимаю. Что я тут должна сделать? Без нее я тут... может, я зацеплюсь за эту штучку? Я могу зацепиться за нее? Была не была. Не совсем понятно, что тут надо делать. Пусть-ка прекрати там дрыгаться. А это еще что? Мне, я говорю, какая-то странная игра. Она какие-то очень странные телодвижения делает. А дверь не работает? Не понимаю ничего. О! Так, подожди, я же здесь уже была. Меня выкинуло не туда. Я типа сейчас перемести... да, ясно. Так, что у меня с проводом? Так, что это за место? Мури, новая муха прилетит. У меня кот тут, короче, 3 дня ловил муху, поймать ее не мог. Это был трындец, конечно. Такая доска сломанная. Так, и что же я теперь без нее делать-то буду? Ой, блин! О, ничего себе! Удержался, я думала, сейчас не сует. Так, а она у меня куда пропала-то вообще? Сейчас доска сломается где-нибудь по-любому. Так, здесь тоже телек. На Твиче не видишь СМС? Нет, вон там пишет. Писали выше. И Женька написал. Джон, не знаю, где работает, может. Ну, я не так хотела, конечно же, спуститься. Я хотела по лестнице. Так, что здесь? О! И что это? Я пульт взяла? О! И что делать надо? Включить, наверное, надо как-то его. А как его включить-то? Может, в него кинуться надо?
О, что-то включилось. Чья-то не вижу. Сейчас показывает. Глюкнул Twitch. Не знаю, может там, да, что-нибудь глючит у него. Здесь же ничего нету, больше нечего смотреть. Какие-то непонятные перемещения. Теперь пульт у меня есть. То есть я теперь могу выключать телевизор? Может быть, мне на люстре повиснуть? Да. Так, еще тут. Олесь, привет еще раз. Спасибо, Тём, к тебе. Привет большое. Спасибо большое. Я написала на телефоне, а смотрю с PS5, а на телефоне видео нет. Странно. Так, подожди, я сейчас посмотрю, есть тут что-то. О! Каталка. И что это значит? Это значит, что я могу залезть еще наверх? Сейчас, подожди. А здесь что? Здесь еще какая-то дырочка. И что там? Да, наверное, сегодня зафиналю игру. Я так понимаю, что это последняя глава. Я же потом смогу выбраться. А, так. А это я оказалась тут, где на люстре. Ясно. Буду иметь в виду, что типа я могу не перепрыгивать, а вниз просто упасть и... Значит, я здесь застряла, да? Окей, а наверху что? А я не могу наверх залезть, да? А почему он не может наверх-то залезть? Дичь какая-то непонятная. Ну я так и знала, что я сейчас здесь окажусь. А-а-а! Дошло! Ну что, не поймал муху? Дошло! Надо поставить посередине эту штучку. Ща. Кот теперь будет ходить здесь. Вот так вот. Вот. Где тополь? А вот не знаю, где тополь. Может, на работе? Коту прям вот, знаете, короче, он 3 дня ловил муху, не мог поймать ее. Он уже аж бедный похудел из-за того, что не мог ее поймать. И сейчас прилетела новая муха, и он даже на окне не может ее поймать. Да... Олеся! Может, поближе чуть-чуть? Ромка, привет! Да почему ты не прыгаешь? Я нажимаю вот, прыгать, дебила, кусок. Почему ты не прыгаешь? Что с тобой не так? Почему он не прыгает? Что у меня с игрой?
Что за гребаные косяки? Вот, прыг, вот, прыг. Бесячий мрачно. Дрочево поганое. У меня явно что-то с пультом, с джойстиком что-то явно не то. Когда я играю вот этим белым джойстиком, у меня какая-то жопа реально конкретная, начинается жопа. У меня вообще не слушается меня ни игра, ничего не слушается. Эта игра раскрывает весь потенциал PS5. Стрим включил, пошел в баню в прямом смысле. Давай, Ромчик, спасибо тебе большое. Как там? Перед походом в баню, по-моему, ничего не говорят, да? Только после? Так. Что это было? Что это было сейчас такое? Ты шутишь? Возьми тачку. Ты промахнулся? Блять, это что за дебилизм? Просто лютейший. Да, мы в батлишку будем играть. Просто прыгни, пробеги и прыгни еще раз. Почему это так сложно? Почему он не может залезть на коробки просто без вот этого дрочева? Везде лазит, а тут не может. Просто пробеги и прыгни туда. Где тут эта вонючая линия? Стой! Убери свой вонючий пульт! Он мне не нужен! Жесть! Почему это так сложно было сделать? Ката, а. Катер, привет. Зачем он пульт достает? Так, там телек.
Здесь очень сложно прыгать. Он, я не понимаю его. Ну, то прыгать, то не прыгать. Ты можешь просто запрыгнуть нормально? Вот. Просто взяться, запрыгнуть и взять. Что с тобой не так? Ты только что это сделал. Здесь прям какой-то конкретный тупняк с прыжками. Что происходит, я не понимаю. Что с ним? Он только что держался за уступ. Что происходит с игрой? Убери ты свой пульт, дебильный. Он мне не нужен. Что с ним? Я не понимаю. Он просто моросит, стоит мрачно. Мне нужно запрыгнуть наверх. Я уже это понимаю, но он не может этого сделать. Что я делала не так до этого? Что тебя тут не устраивало? Я просто в шоке с этой игры. Здрасте, я тут снова чат пропал. Нет, вон, все нормально, я его вижу. Ну, мы батлу играли, играли Remnant вместе, потом... Ну, все виды батлы, не все виды, но некоторые части играли вместе. Потом... Что еще? Ну, люди больше ничего вместе не играли. Коротыш, маленькие ручонки. Ну, переходи в комнату-то. Он в комнату не переходит опять. Я говорю, у меня реально что-то с игрой. Он не выходит в окно. В открытое причем окно не выходит. Все. Это просто трындец какой-то. Наверное. Баг, наверное, не знаю, сейчас посмотрим. Ну, вроде бы там открытое было окно. Так, вот эти, насколько я поняла, безопасные. Смотрите, сейчас я сразу запрыгну. И раз, два. Нет, он сейчас не выходит. Хорошо, спасибо, Окси. А как мне туда попасть? А, там закрыто окно, смотрите. А как же мне? А, надо к бабе пройти. Что за звук? Она убила меня? Может, ее отвлечь надо? Надо, наверное, ее отвлечь как-нибудь сейчас. Так я могу и не залезать, включить тогда телек. Или я не могу? Включила. Нет, она не ба... Не, это не уходит. А, подожди, а если я выключу?
Отличненько. Она все там моросить стоит. Только не упади. Еще один. Не упади! Нет! Как? А тут чего? Смотри, скользко. Он такой спокойный, вот девчонка пропала, ему похрен вообще. Он даже не издал никакого плача там. Котик тут бегает возле меня, муху ловит. Вылезла волосинка предательская. Падай. Странный город. Башня Саурона. Я не нашла. Блин, риску приклеилась. Я не нашла ни одной шляпки, панамки, ничего вообще не нашла. Так, а здесь кто-то недавно был. Здесь... Подожди, а там ничего нет? Что-то есть. Не зря я сюда залезла. Так бы меня сейчас выкинуло, я упала вниз. Я так понимаю. Так, а здесь какой-то лифт. Вижу, вон рычаг. Ага. И кнопка. Ну нахер. О, ёб твою мать! Прикол понят. Надо дождаться, пока это чудище вылезет. Убежать и включить эту штучку. Доберется? Пипец. Где девчонка? Так, а тут что-то побольше всего.
Вот там еще что-то пойду посмотрю. Как показывает практика, что-то там положил. Сначала надо посмотреть окружение. Ой. А может, я и зря сюда полезу? О, может, я сейчас что-нибудь найду? Что это? Что такое? Да нет, вот это возьму. Не знаю, что это я нашла. Там нарисовано. Сейчас посмотрю, что там. Может, она там сидит в окошке? Все, больше не хочет. Не может больше. Нет, оно не открывается. Окей, тогда в другую сторону толкаем. Так, а лифт, я так понимаю, меня обратно туда вернет, наверх. Там, где кнопочка какая-то. О, телек. А, подожди. А, ну ладно. Так, да, он меня возвращает обратно. Окей, это что мне дает? Собственно-то говоря. Это шахта, да, со сломанной. А ничего такого и не дает. Что мне здесь делать надо? А обратно я смогу залезть? Так, значит, мне надо что-то здесь все-таки решать. А как же пакет Олесь передумал, Денис? Я не нашла пакет. У меня была очень замороченная неделя, что мне было прям вот, ну, вообще не до пакета. И я просто не нашла его. Хотя, казалось бы, блин, он, наверное, в любой пекарне есть. Ну, я, в принципе, не успела его просто вообще найти. Так-то мне идея понравилась, я бы без проблем вообще, я не стесняюсь таких глупостей. Так, вот тут я что-то не поняла. Что тут надо делать? Съедим конфетку. Конфетки помогают работе мозга. А я не хотел бы видеть тебя с пакетом. Тут есть еще один рычаг. Нет, подожди, не туда. О. Thank you.
Там он дырка наверху какая-то. Какая-то загадка. Я не знаю. Меня раздавит сейчас. Или нет? И что? Дырка ничего не дает, да? Просто дырка. Куда подходим? Да-да-да. А может там есть поперечные этажи? Ну-ка, сейчас мы посмотрим. Да не туда! Да залезь ты на грёбаный этот... Блин, как... Что это за проблема с этими прыжками дурацкими? Я не знаю, есть там какие-то этажи про поперечные? Что сделать? Да, там что-то было. Что-то мы какую-то комнату проехали. Это похоже по типу, как мы на лифте тогда спускались, да? А что, если мы попробуем... Пока сидит, пока встает. Там есть между ними комната. Лифт. Что за бред вообще? Как я туда попаду?
Полтергейст напоминает. Ну да. Еще раз попробовать. Подожди, а что если я спущусь вниз, там что сейчас получается? Ну тут сейчас получается нет лифта, да? И вообще ничего нет. А зачем же я? А, ну ладно. Да, получается здесь нет лифта. И мы его можем вызвать вот так. Сейчас. Он не успевает, реально. Он просто не успевает. Я не знаю, как пройти это. Может, мне вообще не туда надо? Он просто тупо не успевает. Когда мне надо бежать уже. У меня просто секунды там остаются. Он просто не успевает. Давай, не успею, я тебе квартиру скину. Не знаю, что делать. Он не может этого сделать. Это для него нереально. Я что-то делаю... Как я провалилась вниз? Я еще не врубаюсь. Может, я что-то не так делаю? Может, здесь не это надо делать? Ну, не может быть такого. Чтобы у меня не было возможности просто туда вот... Ну как? Я не понимаю. Может, я что-то не так делаю? Не понимаю. Отправь лифт вниз, а сама на лифте сверху, ничего не поняла. И забежи в его комнату. Отправь лифт вниз. Как я вообще сейчас прошла? У меня что-то с игрой. Как я прошла? Как я сейчас вышла из лифта, я не понимаю.
Отправь лифт вниз, а сама... А как я лифт вниз отправлю? Объясни. Отправь лифт вниз, а сама на лифте сверху. Да, я только что это пыталась сделать. Я не это разве пытаюсь сделать? Я немножко не поняла, что написал. Как я... Ну, хорошо, ладно, окей, я сейчас отправлю. Смотри, ты пишешь, отправь лифт вниз. Хорошо, вот он. Отправляю его вниз. Дальше что я должна сделать? Что я должна сделать? Ну вот, хорошо, ладно, сама наверх. Сверху я. И что дальше я должна делать? Падать вниз? Вот, хорошо, давай, я упала. Разбилась и умерла. Я точно не могу эту комнату открыть. Нет. Я и пыталась сейчас через телек успеть, пока лифт едет снизу, я пыталась через телек вверху попасть, ну, попадаю наверх, прыгаю на крышку лифта, и с лифта я должна спрыгнуть в комнату. Но он не успевает этого делать. Он не успевает спрыгнуть с крышки в среднюю комнату. Головоломка-поломка, да. Он просто, вот он физически не успевает этого делать. У него не та скорость, чтобы успевать это. Либо я что-то здесь делаю не так, либо он же как-то не так должен сделать. Но я не вижу другого варианта. Никакого вообще. Здесь сделаны дырки, это явно не просто так. Я не могу по-другому больше никак попасть туда. Он очень долго. Прям катастрофически долго. Он просто не успевает. Нет, он туда не пролезет. Он просто не успевает. Я не понимаю. Просто не понимаю. Наоборот, надо. Короче. Я не в правильной последовательности. Смотрите сейчас. Вот. Не когда он вверх поднимается, спрыгивайте, а когда он вниз.
Отправь лифт. Вот теперь я понимаю, что ты написал. Отправь лифт вниз, а сама на лифте сверху и забегай в комнату. Теперь понятно. Всю голову сломала себе. Гребаный лифт. О, чудо. Все почему? Потому что пакета на голове не было. И что тут? Сейчас меня как долбанет. Шуруй туда. Чё она? Иди в ванную, там тебя ждет. Как-то надо ее в ванну заманить. Как ее в ванну заманить? Надо подумать, как ее заманить в ванну. Может, я куда-нибудь спрячусь? А где током-то бьется, а где не бьется? Везде бьется, да? Короче, мне надо, чтобы она отсюда свалила. А как это сделать? На ручку я, наверное, не могу забрать. А я посуду могу трогать? Нет. А мне кажется, у нее вместо лица ухо. Так, надо как-то ей отключить телевизор. Ой. Нет, так я не могу. Это неправильно. Везде, кроме мыла. Везде могу ходить, кроме мыла где? Да? То есть я могу... Это была шутка, да? На ней лица нет, не бережет себя, да. Сгорела на работе. И унитаз. Так, окей. А наверх еще могу? Могу. А в ванну смогу запрыгнуть? Блядь. Так, ну хорошо. А может, я смогу выключить телек прямо отсюда? Ну-ка, сейчас я смогу достать до туда. Мне главное, чтобы... Ну, назад-то я не смогу запрыгнуть на... Или смогу? Ну, давайте, где была, не была. Сейчас попробуем. Смогу, смогу! Окей. Теперь главное не оплошать. Что ты там обнимаешься с телеком? Отлично.
Заодно и закоротило все. А, так я теперь телек не могу включить, ё-моё. Как играется? Да, нравится, только бесит меня. Как всегда все. Табуретку, наверное, надо брать. Бери табуретку. Без бесячек никак. И что тут? Блин, ничего себе, мордой в грязь. Бабу заморила, ага. А, они все телек смотрят. У них это... программа кулинария. С Малаховым. Что это там, очки валяются какие-то? Хотя Малахов вроде не видел программу кулинарии. Резиновые сапожки маленькие нужны. Кстати, я вспомнила, знаете что, что у меня есть на работе каска. У меня каска была. Да, иногда подбешиваю. Что делать здесь? Лестница есть? Не знаю. Сделаем вот это. Что еще тут делать? Ну, не просто так же, здесь есть каталка, и здесь... Катись давай сюда. А! Ну, мне туда, по-любому. Да. Надо было, наверное, залезть на нее сначала. Все могло бы быть гораздо проще, если бы он умел залезать на перила просто. Элементарно из перил прыгать на каталку. Но он не умеет этого делать. Почему я не могу просто... Сейчас. Уходи сюда. А, я на нее не... Я смогу? Да, я смогу. Так, стоп, окей. Значит, попробуем сейчас на нее сразу залезть. Вот так вот, наверное, сейчас мы сделаем. Вот так вот. Ты что, берешь? Но он не может опять, как всегда. У него что-то опять не получается. Ясно. У него, как всегда, что-то не получилось. Все очень сложно. У него какие-то проблемы с залезанием, прям конкретные. Он не всегда делает то, что я ему говорю. Попробуем залезть впереди. Я просто хочу наверх залезть, а он не понимает этого. Прям конкретно не понимает.
С легким паром, Ромчик. Я не дошла пареса до сих пор. В висках стучит. Я... Почему я не нашла ни на... Почему вот он сейчас так сделал? Почему я не нашла ни одной шапочки? Не понимаю. Как выключить? А. Что? Без нее я, наверное, там не залезу. Вчера мы что-то вкусненькое есть будешь. Чего у вас вкусненького? Я борщ готовила, я говорила, да? А, у меня телевизор теперь не работает, да? У меня теперь телек не работает. Это теперь мне что? Опять включить надо? Может, вот так сделать? Сейчас проверю. Да, тут два подносика сейчас. Надо ее поставить не так. Вот так надо. Во. Главное не промахнуться. Сейчас потренируюсь. Отлично. Пошла. Жара. Ой. Где я? Пошла жара. Меня раздражает его неработающие руки тогда, когда они нужны. Бросит эту херню. Так. Так, да? А теперь главное не упасть. Теперь главное не промахнуться. Тут-то полегче, чем с лифтами. А тут чё? Бабки. Капец, он так падает. Так, мне нужно включить вот этот. А если я его включу, я вот там-то не высадюсь. Подожди. А, мне наоборот надо. А, окей. Сейчас. А что он не работает? Thank you.
Воу! Опасненько. Стоять, 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 стоять! Подожди, у меня сафанки не было. Нет, поймал меня! А под столом можно побежать? Сейчас. Нет, нельзя под столом. Шире, 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 шире! Очень медленный! Очень медленный! Вкусненько. Резче! Он очень медленно бегает. Когда надо, он не бежит, а когда не надо, херачит просто как гепард. Давай, поднимайся быстрее! Нельзя куда там дальше нужно. А, не залипнуть на теле. Какого хрена они не залипнут? Давай! Они же не пойдут дома. Вообще жаль на картошку сыра. Приятного аппетита! Вкусненько. Так вкусно, что сусов уже течь начинает. Блин, вкусно, правда. Это правда вкусно. Где ж девка-то у нас тут? Фонарика нет. Так, дайте-ка я посмотрю, что здесь. Вон она! Вот она. Вытаскивай ее оттуда. Вытаскивай ее. Молодец. Нет! Отдай! Отдай! Топор, 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 топор. Бери мне теперь. Очень медленно все делает. Он мне прямо шанс дает убежать от него. Кобзец. Чуть не обкакалась от страха. Так. Страшно. Так, а же мне ее вытащить-то оттуда, а? Идет опять. Мать твою. Thank you.
Тихо. Держись. Мне стрёмно. Я за всю игру ни одного пакета не нашла нового. Это какой-то знак. Я не то, чтобы я прямо искала. Вау, 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 вау. Эй, так нечестно. О, подожди, я не туда свернула. Куда? Наверх! Нет! Алис, ты в первую часть играла или нет? Не, а не играла. Суп готовит, да-да-да-да-да-да. Да, она говорила, суп готовит. С брокколи. Мой любимый овощной. Я его делаю с картошечкой, с морковочкой. Блять, я нажимаю кнопку прыгать, у него не всегда срабатывает. Я не понимаю, в чем проблема, но точно не в моих пальцах. Там надо наверх залезать. Давай быстрее, подтягивайся. У меня аж руки потеют, я так жму, а он ни хера не бежит. Он реально не бежит прям конкретно. Здесь еще так все типа подтормаживает специально. А ну, я вообще люблю брокколи. Мне нравится вкус ее. Нет, вот эти пюрешки, конечно, которые детям дают, это дерьмо. Что со мной, я умерла? А так она... Пусть мы съедем у Кукси, нас вообще кислят. Что она вижу всех. Все остальное не знает, что остается. Мне очень далеко. Так, что здесь? О! Опять... Так, мне что-то очень плохо. Это она, да? Подожди, подожди. А, это она меня типа зовет, куда идти. Во, говорит, куда идти. Что-то он там сломал себе ребро, походу. Очень плохо ему. Я не поняла, я прошла, что ли, игру? Или что? Это выход? Это выход? Серьезно? То есть я девочку не спасла? Или что? Скажите. Да ни хрена не выход. В город вернулась. А мне-то куда вообще нужно выйти? Как будто глаза. К башне Саурона, что ли, мне надо было? Алиса прочитала про 15-й часть голоса. Абсолютно не могла оторваться. Да ладно! А как ты и готовила, и читала? Что делать? Куда ты сел? Встань! Нельзя сдаваться, черт побери! Что происходит? Ох, всему финалем, походу.
А что мне делать? Он сел. И пакетик уплывает. Ничего не понимаю. Так, подождите, кто это? Что со мной? Он забирает мою жизнь. А, подожди, я его... Что происходит? А, подожди, я должна была сопротивляться, я и не знала. Ромчик, готовлю супчик, у меня бульон варится. А, я, походу, должна сопротивляться, ё-моё. Так, сейчас. Не вижу, что пишу. Так, сейчас, подождите, здесь надо управлять. А, вот я управляю. Так, только я не поняла, как. Не зашло мои руки коснулся или что? Я не понимаю. Что надо сделать? Сейчас, подождите, конфетку надо в рот засунуть. Да, супчик, молодец. Никто даже подсказочку никакую не напишет. Все самой. Ну, кроме Женьки. Женька про лифт написал. И то ни хрена не поняла. Босик, молокососик, ага. Да, все поймем. Я сама бывает пишу такое, что сама в шоке. Как вчера написала Джону, чтобы он... Закончил, где он до рыжей девчонки дошел, заинтриговала. Что происходит? А, я врубилась. Рукой в руку, рука в руку. Рука в руку надо ему. Он ломается почему-то. Блин, это очень... Игра такая... Душевная, да? Да, вот, рука в руку, и он начинает это моросить. Ой, смешала какая. Ой, ой. А, я тебе скину, у меня там уже 17 глава, скоро 18 уже закончу. Часть. Ты еще только до рыжей добралась, там еще у тебя много читать. Что происходит? Я убила его? Куда я? Что происходит, я не понимаю. Что-то руками делаю. Что-то сделала руками. Опа. Вышла. А девчонка? Побледнение. Наконец-то до двери этой бегу. Мне музыка нравится. Музыка очень сильно нравится. То есть, получается, я спаслась, да? Кто мужик? Я ничего не поняла. Походу, надо первую часть играть. Нет! Дверь клёпаная! В смысле? Это сейчас начнется конец с забвениями.
этот, как она называется? Надо найти выход, да? Бесконечность. И далее. Финал. Финал? Точно, да, надо найти, короче, дверь нужную, я так понимаю. Может, на музыку идти надо? Может, на музыку идти? А здесь везде музыка играет. Подожди. Это же та же самая комната, да. А назад? Ага. Подожди. Что? Так. Да, она читает новую книгу про вампира. Я тебе скидывала кусочки тоже. Так я застряла, получается, да? Уже. Как обмануть? А, так думаем. Да, это то, что я тебе скидывала. Так, ребят. В обратную сторону тоже не работает. Так, здесь, получается, заклинило цепочку. Что делать-то? Надо прочитать, пока просто времени не было, надо перед сном читать. Ну да, я на самом деле тоже все время перед сном читаю, как-то более усваивается. Тогда заинтересовала, надо почитать. Почитай, может, тебе понравится. Это не ну, это как бы роман. Смотрите, у меня розовая тоже комнатка, как и там розовая. Получается. Ну, это такой, знаешь, ну, такое романтическое приключение. Вообще, я думала, ты там все прочитал. А здесь куда?
Не совсем понятно. Нет, надеюсь, я здесь еще не была. Но я здесь, наверное, не была. Я, наверное, была. Хер пойми, где я была. Мне нравится только включение кофейни. Помните, знаешь, кто я? Сосун. Вот это про меня? Спасибо за лайки. А тут-то что делать? Ну, какие-то хоть подсказки-то можно же получить, наверное. Как тут догадываться-то? Вы проходили эту игру? Ну, какая-то логика же должна же здесь быть, да? Должен был сказать кровосос, да. А! Все называют меня Сосун. Да-да-да. Додумались, вон Ромка додумался. Так, подождите, может быть, тут надо услышать, где музыка играет? Кто знает выход отсюда? Так же, как и рэпер Длинный Чулок, да. Рэпер Длинный Чулок. Саня, кстати, сказал, что в этом, в искусственном интеллекте ведет и посмотрит, что он ему даст на это. Это смешно. Рэпер Длинный Чулок, блин. Причем Тёмка два раза исправлял это. Кстати, у меня теперь камера прямо стоит. Я запуталась. Но музыка играет везде, где к двери подходишь. По музыке можно. Нет, вот в этой не играет. Здесь не играет. Здесь очень отдаленно играет. Здесь тоже. А здесь играет громко. Так, подожди, и... И здесь тоже. А здесь не играет! А вот здесь играет. Так. Здесь играет. Здесь не играет. Ребята! Походу, надо идти туда, где она играет. Да? Да, что-то ломается, походу. Сюда. Да, прикиньте. Вот это мозг. Хоть иногда он меня не подводит. Опять, блин. Окей, ладно. По принципу музыки. Тут играет. Тут не играет. Тут тоже не играет. Ой, дырка, дырка. Смотри, упадешь. Окей, окей, здесь играет, вот здесь. Перешла. Так. Здесь не играет. Опа-на, попали. И тут не играет. А? А что теперь делать?
Ладно, похрен, пойдем направо. Ага, вернулась, окей. Значит, не в ту дырку. Ну, тут точно сюда. А здесь, может, сюда? Так, окей. Не туда. Может, назад? Ну, теперь музыка... Ну, все равно она играет только здесь. Окей. Ну, здесь-то она нигде... Может, мне дверь закрыть надо? Можешь ее закрыть? Нет. Подожди, а если я что-нибудь сделаю, перепрыгну там, я не знаю. Что? Что сделать? Надо балку уронить. Я увидела. Смотрите. Смотрите. О! Видали? Теперь идем сюда. Опа! И опять, наверное, не знаю. Потому что мелодия играет только в одной комнате. Ага, уже в другой. Вот тут. Ага. Ага. Ага! Только не ее вниз, оттуда. Запарилась по этим вашим лестницам бегать. Так, где я? Так, здесь комната. Ага. Сидит. Кто? Где? Там преградила путь. Куда же? Разбить, разбить, разбить. Господи, какой этот пентагон взломать, чтобы пройти игру. И что? Ириска прилипла. Я себя не вижу. Еще не финал, я думала, все. Ну почти. Тормозить, что ли? А чё он в такого урода? Я думала, она стол будет трогать. Она не стала. Сейчас.
Сейчас, ну я так поняла, что мне дверь надо, да? Будет она стол-то отодвигать? Будет, наверное, да? Или не, то, или не тронет? А, дверь сломает. Да, это та девчонка, представляешь, превратилась в монстряку такую. Так, вижу топор. Давай. О, опять она. Топор мне нужен? Может, я по рукам ей херачить буду? А, не нужен мне? Окей, я ее все равно возьму с собой, можно? А! Так! Это что за фигня там такая за тобой лежит? Ну, похоже на финал, да. Так, ну я так понимаю, она... Почему она так на меня агрится? Может, ей топором врезать? Когда я попробую? Ну, умру так умру. А, опять надо уничтожить эту херню! Она защищает ее, смотри-ка, задранная. Ладно, ну-ка давай откройся, сейчас. О, твою мать. И что мне сделать? Позвать, наверное. Невероятно медленный. Намутили вообще просто бомба. И что? И что тут дальше? Что, где мы? Кто мы? Куда мы? Так, ну она стала злой. Почему? Не понимаю. Я не понимаю, мне надо первую часть проходить. Я что-то ни черта не понимаю. Я только знаю, что ее шестая зовут. Почему шестая? Ну, долго ее надо будет мочить, пока у нее этот не сломается, этот гармонь это ее, или что это? Карусель. Опять бежать? Ну, теперь вперед побегу, наверное. О, топор вижу. Так, я что-то, походу, неправильно сделала, наверное, да? Или что? А, еще. Так, теперь мне надо... Сейчас, подожди. Теперь мне надо вот так, наверное, сделать. Где топор-то? А где мой топор? Топор потеряла. А, он вон, где лежит, ёшкин кот. Но она, походу, меня не... А! А, блин, серьезно. Так, не поняла. Сейчас. Но я не успеваю что-то добегать. Сейчас. Эй!
Отлично. Так. Убери топор, там, дурачок. Потели, как все сложно. Фух. И что теперь-то там? Почему нам родом стало? Я не понимаю. Что теперь? Пока не попробуешь, не узнаешь. Так, мне надо крикнуть на ней, да? А может быть стенки фигарить? Или что делать, я не знаю. Мне все пожарилось, я кушаю. Давай, давай, приятного аппетита. А, смотри, смотри, смотри. Че? Все? Я аж ногой это пальцы сжала так, что у меня аж... Все, она вернулась, смотрите. Вернулась девочка. Нам кранты, да? А, ёб твою мать. Я не успеваю. Я не вижу ничего. Я там куда-то провалилась, я пойми куда. Я уже кнопку просто уже давлю уже. Блин, что происходит? Я не могу запрыгнуть туда. Не понятится, какая это вообще. Я не успеваю, реально прям не успеваю за ней бежать. Он просто тормозит. Он как был тормозом, так и в конце тормозом остается. Давай ты беги, я жму кнопку бежать уже 500 миллионов раз. Я конкретно говорю, он просто не успевает. А может быть мне не за ней надо? Может, мне надо прыгать сбоку, ничего не делать. Он так
такое ощущение, что он бежит на одном месте. Вот три шага делает в одном месте. Я нажимаю кнопку бежать. Мне, наверное, вот сюда надо. Поторопилась. Вставай, мать твою. Вставай, беги ты быстрее, черт бы тебя побрал, ну что за хрень-то, блин? Очень медленный чувак. Прыжок, хватай! В этот момент я даже не хочу на него смотреть, она отпустит сейчас его. Ну почему? Ну почему она его отпустила, я не понимаю. Почему она его отпустила? Почему она его отпустила? Они могли спастись вдвоем. Какого хрена? Предательница вонючая. Просто предательница мерзкая. Почему она его предала? Я спасла ее, а она меня нет. Мерзкая гадина. Не зря она была там убийцей. Да, она меня отпустила вниз. Хотя могла бы удержать. Сама сбежала, меня скинула вниз. А я за ней вернулась. Изначально мутная, да, она изначально мутная, я говорю. Странная. И что значит это все? Что это значит-то? Я стала королем пупырышек. Глазастых. Она так больно предала, что у меня аж в груди как-то аж неприятно. Вы представляете, вот просто вот вы... Все, у вас все, последний шанс. Вы уже видите свет в конце туннеля белый, и просто тебя твой человек оставляет. Аж как-то так даже такое вот чувство не по себе как-то. А он вырос, что ли? Он типа раз все это время сидел на стульчике и рос. Такая музыка классная. Так должно было быть или там есть другая? Нет, я так понимаю, что тут одна единственная концовка. Потому что вот то, где она его отпускает, я видела у Куплинова. Неприятное чувство, да. Очень такое.
Так он этот мужик со шляпой! Ничего не поняла. Он, получается, этот мужик со шляпой... Что это? Временная петля какая-то непонятная. То есть, получается, он... Сейчас за ними гонялся, это... Вот этот мужик со шляпой, это он... Он же за ними и гонялся? Нормально я объясняю. Временная петля. То есть он мстит ей за то, что она его не спасла. А она, получается, его отпустила, потому что знала, что это он, мужик со шляпой. Так что ли? И эта дверь как раз, да, к которой он сидит. К которой мы бежим бесконечно. Получается так, да. Типа, что... Что? А если бы она его не отпустила и спасла его? Тогда этого, то это бы прервалось, что ли, или что? Да? Кто знает ответ? Прерывание сигнала. И прошло. Но мне кажется, короче, это какая-то временная петля. Девочка его отпустила, потому что она знала, что он зло. А кем она тогда является, если она его отпустила? Она сама зло и есть. Приветик. Мне музыка вот эта нравится. Чем она-то лучше, если она его не спасла? Он-то ее спасал все это время. Если бы в конце они вместе ушли, то, наверное, все прекратилось бы или что? А так, получается, она сбросила его вниз, потому что думала, что, типа, это он. Ну, не думала, она, скорее всего, знает, да, что это он. Поэтому она, наверное, его отпустила. Или что? Она-то же там в этой петле временной застрявшая была. Я, короче, первую часть не играла, я вообще ничего не понимаю, если честно. Просто, если это он, мужик со шляпой, и этот мужик со шляпой в конце был главным боссом, который нас не выпускал. То есть он за ней охотился, ее своровал. А за что? За то, что она его не спасла. Может, в желтом капюшоне это он и есть? Фиг знает, я не знаю. А я думала, это девочка. Короче, не знаю. В первую часть не играла, вот в первую часть не поиграла, вообще ни черта не поняла. А так игра прикольная. Вообще. Сам себя кидает. Думаешь? Временная петля. Скорее всего, чел эту дуру спасал тем, что ломал ее шкатулку, а она обиделась на него. Но он же ее сломал, чтобы ее вытащить оттуда. Подождите, точно, да, шкатулка. Мне кажется, она сама по себе изначально зло. Она зло, и ее истинная натура — это вот та злая, которая со шкатулкой уродина такая сидела, кривая вся. Вот это вот она и есть, мне так кажется. Но... Есть еще, типа, ее какое-то второе я, эта маленькая девочка, вот эта безобидная. Но это да, но только она шестая не поняла этого. Короче, может, правда у нее есть там, я не знаю. Какая-то непонятица. Может, правда, да, у нее там, вот она, это ее настоящее обличие, вот это зло, когда она со шкатулкой. А он думал, что он спасает девочку, ну, то есть спасает вот эту шестую, да. И он развалил ее, эту шкатулку, а так как она зло настоящее сама по себе, то есть, получается, в обличии человека она смогла спастись. Но она оставила его. А может быть, в этом мире кто-то должен обязательно быть. И она вместо себя его туда отправила.
Хрен знает. Чтобы еще, кто бы еще знал, что это за мир вообще такой, откуда он взялся. Ладно. Всем хорошего настроения. Я пошла писать дальше книжку. Первую часть, если вдруг мне под руку попадется, я ее обязательно пройду. Мне очень понравилась эта игра. Так, спокойно. Тихо, не мороси. Завтра, если получится, пойдем играть в Battlefield. Спасибо за стрим. Все, ребятки, всем хорошего настроения. Я пошла писать дальше. У меня там интересная сейчас часть очень начинается. Мне даже самой интересно. Вот, я пошла. Видели, какие у меня сегодня сделаны две Микки Маусные штуки? Прикольно, да? Только палево тут торчит. В общем, игра прикольная. Мне игра понравилась. Она такая какая-то прям такая душевная. Ну, не от балды нафигарина, а такая прикольненькая. У меня прям розовое все здесь, как в той комнате, да? Как раз подходящее. Ладно, все, ребятки, всем хорошего настроения. Хорошего вечера. Посмотрим фильм «Утёмки». Всем пока.